Ребятушки, всем привет, всех приветствую на каналчике Таксикул, ФБР на связи, как вы видите, я вещаю из города Харькова, коренной житель. Всем приятного просмотра, добра, бабла и позитивчика, готовьте чаюху, ля-ля кебаб, и мы стартуем. Ready, steady, go, погнали! Ну что, ребятушки, давайте взвесимся. Вот такой вес у нас. Так, ну что, ребятушки, я уже собрался, оделся из самого ранья. Иду пилить дрова, заготавливать к зиме. Так, иди на взесунка. Вот иди. Доброе утречко. Потягушечки у тебя. Привет, привет. Что ты, дорогой? Как дела? Как здесь молодая? Будем сейчас дрова пилить с тобой, да? Погодка вообще супер. Облачка. Обещают на целый день дождь, поэтому надо с утра быстренько вжик-вжик-вжик. Да, Зевс? Вжик-вжик-вжик. Ты косточку почти доел, да? Вчерашнюю. Хамон свой. Почти дотоптал. Сначала вот эту кучу надо перепилить. И там еще маленькая за домом. Так. Дрова догорели. Вот у ветки эти все. Виноград в порядке. Все четко. Заправил бензопилу. Бензинчик. Отработочка. На синтетике работает бензопила у меня вообще дорого-богато. Вот такая она у меня, 52-я. Так, ну что, ребятушки, дрова перепилены. Теперь надо все это перескладывать. Пока тут, значит, разбираюсь с дровами, тягаю, складываю их. Настроил стрим в ТикТоке. Видите, как это происходит? Забинтованный кабель. Тренога та же вся моя. С туалетной бумагой, хотел сказать. Ну, с этой фигней. Окна все такие же, видите, где-то стекла повыбитые, где-то лопнувшие внутри. Вот, пауэрбанчик и все. Такие дела. А складывать мы будем с Зевсом. Он, кстати, Зевс. Привет, передаешь подписчикам, Зевс? А ну, бегом бежи. Скажи, подписчики, ребятушки, привет. Мы здесь, мы в Харькове. Нигде не собираемся ехать. Загранника у Зевса нету, да, Зевс? Так. Вырыл котлован Зевсу, не видно, чтобы я ему тоже дровишек сложил. Мы здесь распалили кастрик такой, как вот у этих, у индейцев, и сидели. Так, но складывают сюда бывший туалет. Вот сюда складываю. Перекус таксиста чек у нас с Зевсом сегодня. Попросил и со мной поделились протеинчиком. Говяжий протеин, ребят, за ваше здоровье. Добра, бабла и позитива. Надо ж худеть. Это первая еда за сегодня. Говяжий, конечно, по вкусу не айс. Молочный обычный в 100 раз лучше. Все, ребзики, погнали дальше. Мы здесь будем тягать. Да, Зевс? Где ты там есть? Да. И на боковую. Вот это помощник. Зевсунь, а кто же будет палки помогать носить? Все, ребятушки, пашу как лошадь. Сейчас покажу, чего добился. Значит, здесь, в принципе, осталась только одна мелочь. Сейчас дорубаю, кое-что спалю, кое-что оставлю. Так, здесь, видите, я уже все крупное убрал. Вот такая вот у меня здесь фишка. Так, мы тут с Зевсом, да, Зевс? Вот этими вот нашими ручками да ножками порядок навели. Тут уже вообще клумбочку, видите, как сделал, посрезал. Там уже догорает мусор. Здесь, блин, начал доводить тоже до ума. Все позгорнуть-то, спалить мусоряку под грабельки, поняли, ребят? Ой, оно дождь пошел. Но ничего, сейчас мы, я думаю, шапку оденем-то быстренько. Раз-раз. О, гремит. Мало то, что два раза тревога сегодня была, так еще и гремит, гром. Вот такие, ребят, делишки. Так, ребят, собрался в магазин. Там оно все, он дымится, вы видите, да? То есть кастрик палится до сих пор. И третья тревога. Третья тревога за сегодняшний день, чтобы вы понимали. Третья. Кстати, я иду с пакетиком со своим, уже как пенсионеры, поняли? Скоро начну их стирать. И сушить на улице. Но сейчас просто шел дождь, поэтому не стираю, не сушу. Короче, ребзики, погнал я в арбуз.
в наш мини-маркет новый, который здесь открылся. Главное, телефон не утопить. Сейчас сюда в боковой карманчик чикс его. Видите, я влез в старую курточку. Я уже выхудал так, что влез в старую курточку, когда я еще был Жиган Лимон, мальчишка симпатичный, молодой. Так, ну что тут, в строительном бабки тратятся, видите, дома строятся, коттеджи, минивены. Строится кто? Таксист, видите? На универсале приехал, сейчас затарится 100-200 гривен и поедет достраивать трехэтажный коттедж. А вы думали, таксисты бедно живут? Видите, а вот это его лакей подъехал на вот этом джипе. Вот так, ребят, дорого-богато, учитесь. Наверное, катает или уклон, или... Он такси, наверное, жирки ловит, да, ребят? Напишите в комментах, кто-то знает этого таксиста. Конечно, затопило все знатно, именно, поняли? Сезон дождей начался, ребзики. Четкий такой вообще, резкий, дерзкий. Лупасит уже с полдня. Ну, мне ж не помешало, я ж под дождем там все пододелывал, потому что думаю, стопе. Я на стройке, когда работал, дождь не дождь, ешачил, потому что надо. А для себя что, получается, не надо? Для себя вдвойне надо. Вот. И решил, короче, ребзики доделать уже, довести до ума. Так что такие дела. Иду, чимчикую в наш гипермаркет Арбуз. Ну, это примерно как Ашан, Метро, поняли, для нас здесь, для хатезевских. Это вообще лакшери магазин. Дорого-богато, понимаете? Потому что тут одни киоски, наливайки и так далее. А тут вот, смотрите, кавун, чи арбуз. Арбуз. Вот так. Кошелочку. Идем затариваться. Так, семечек надо взять. Так, на синее солнечное смажены салоны. Нам салоны не подходят. Нам надо обычные. Нам салоны не подходят. Нам и так соли хватает в жизни. Так, напиток. Напиток. Мне понравился мохито. И вот это вот еще ребзики очень вкусный. Рекомендую. Сейчас мы его и возьмем. Да? Или какой-то такой. Да давайте мохито. Мохито вкуснее. Берем мохито и 3 литра. Вообще по красоте. Вообще вот этот бомба, поняли? По вкусу. Вот такой пушечный брал. Так, еще надо на стрим будет взять бутылочку, да? Ну что, ребятушки, давайте, забыл я рыбок с утра покормить, прикиньте. Ну ничего, им говорят, что можно делать разгрузочные дни, так что давайте покормим сейчас. Так, щепоточку сухого корма и гранул. Так, уже нормально, там мы кинули 5 штук. Отлично, покормили, ребят. Так, давайте малючков еще. Так, этим дали. Теперь чуть-чуть вот этим. Эти, конечно, сервут капец. Посмотрите, сколько уже. А, жевжики. Прилипушечки наши. Надо будет им фильтр еще помыть. Водичку подменить здесь и в большом тоже. Так, я им уже так жменьку на вскидочку. Раз, хай кушают. Так, ну что, ребятушки, вот наш очередной денечек подходит к концу. 5 тревог, если я не ошибаюсь, в сумме было на сегодняшний день. Плюс ко всему, была гроза, молния, гэпала просто вообще нереально, ребят. Вообще нереально. Так лупасило, реально можно было подумать, что лютые прилеты. Вот серьезно, ребят. Я думаю, многие, особенно кто такие, знаете, мнимые, ну таких, наверное, уже мало... В Харькове осталось, все, наверное, такие поуезжали. Но хотя кто-то же, наверное, остался. И за сердце хватались в этот момент. Серьезно. Позвонил братишке, значит, сегодня дозвонился. Поговорили мы с ним. 8 еще осколков у него. Те, которые в нем. Плюс ко всему, еще должны будут делать очередную операцию. Там операция еще непростая. В общем, потом, ребят, расскажу поподробнее. Вот такие, ребят, делишки. Сегодня я поубирал кучу дров, попилил, кучу мусора там пособирал, что-то спалил, что-то надо на свалку вывезти, в ланос в багажник закинуть, повывозить там хламье там всякое.
Вот. Хорошо, что дождик шел. Почему? Потому что типа я жарил шашлыки, картошку пек. Попалил кое-что, и дождик хорошо, но как раз вокруг все было мокрое. Так что, ребят, такие делишечки. Всем добра, бабла, позитивчика, мирного неба над головой. Мы все по-прежнему в Харькове остаемся и надеюсь, что здесь и будем. Так что, ребят, такие делишки. Всех обнимаю до хруста. Подписывайтесь на мой инстаграм, тикток, телеграм, группу таксистов. Ну а кому нужна, ребят, страховка, залетайте по ссылочке в описании по моему промокоду. Вы получите 10% скидки по промокоду TAXICOOL21. Также страховку вы можете оформить онлайн. Там приложуха, зашли, оформили в любом конце страны. Очень удобно, и страховочка одна из самых дешевых. Сам пользуюсь, доволен, как слон. Всех обнял. Добра, бабла и мирного неба над головой. Пока-пока. До новых встреч.